Еще один вопрос от наших зрителей. Можно ли молиться на коврике с фото Каабы? По поводу этого есть хадис. Один раз пророк Мухаммад, хадис, кстати, в Сахихейн приводится Бухари и Муслим, муттафакан алейхи, хадис Айша, радиллаху анха. Один раз посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, читал намаз, и у него была хумейса. Хумейса, лаха а'лам. Хумейса — это такая одежда, говорится, или шелк, и было, или там часть шелка, часть суфа, часть шерсти. И на ней были а'лам, какие-то изображения, какие-то иероглифы. И потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, во время намаза смотрел на эту одежду, на эту рубашку, на эту накидку. И потом сказал, то есть заберите ее и принесите мне накидку аль-анбанджания. Аль-банджания — это которой нету никаких рисунков. Потому что эта рубашка меня сбивала от намаза. То есть ты засматривался на него, на эту рубашку, и она тебя отвлекала от намаза, от поклонения. Также говорится в комментариях этого хадиса, то, что Хишам ибн Урва, сахаба, радаллаху анху, передает от своего отца, от Айша, радаллаху анху, «Кунту анзуру иля а'ламиха, ва ана фи ас-сала, фа ахафу ан тафтинни». Я, говорит, смотрел, я был намаз, и смотрел на эту накидку посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, во время намаза, и боялся, что она меня собьет от набожности в намазе. Поэтому здесь вот этот хадис указывает, и когда Шейх ибн Баз, рахмаллах, дал такой фетву, то, что нельзя коврик, именно коврик, где есть изображение Каабы, там мечети и так далее, он добавил, сказал, что боясь, что это его отвлекет от намаза. То есть, поэтому нет, не из-за того, что Каабы там нарисованы, мечети, какие-то там иероглифы, рисунки, яркие цвета. Если человек боится, что он будет туда засматриваться, и это будет отвлекать от намаза, тогда это карахима, круг нежелательности, это использовать. Но если человек, ученый говорит, как сказал шейх ибн Усеймин рахмаллах, если он слепой, или если он, например, уже привык читать на таком коврике, это его вообще не отвлекает от намаза, то нету ничего страшного в этом. Поэтому, то есть, не за самой Каабы, не за самой мечети, а то, что боясь, пусть это будет Кааба или мечеть, боится, если человек что-то его собьет с намаза, отвлекать будет, то это лучше убрать.